Продолжается третий этап благоустройства парка «Малаховское озеро». Рабочие укладывают дорожно-тропиночную сеть и готовятся к установке детских игровых площадок и малых архитектурных форм. Что еще появится в зоне отдыха, расскажет наш корреспондент. Третий этап благоустройства парка заключительный. Результатом проведенных работ станет закольцованная вокруг озера тропиночная сеть. Комфортно и безопасно передвигаться смогут как пешеходы, так и велосипедисты. Хотя уже сейчас, когда работа еще продолжается, жители поселка отмечают положительные изменения. Я в Удельной живу. Да, и еду вот на работу. Все прекрасно, благоустраивается. Был, конечно, здесь до этого очень некрасиво. Не в плане того, что там мусора очень много было. Я думаю, сейчас люди более культурные станут из-за того, что благоустраивается, и меньше мусора будет. На данный момент приводят в порядок территорию парка со стороны спасательной станции. В этой части прибрежной зоны появятся спортивно-развлекательные комплексы, камеры видеонаблюдения, урны и лавочки. Также здесь обустроят пляжную зону. В ежедневном режиме проводятся работы. Соответственно, от вида работ количество задействованных людей меняется. Но постоянно на объекте не менее 30-35-40 рабочих работает в ежедневном режиме. Важный пункт третьего этапа благоустройства – строительство пешеходного моста, соединяющего две стороны озера. Сейчас этот проект на стадии согласования. Вопрос отрабатываем с экологами, потому что мостовая конструкция – это примыкание к водоему. Здесь есть определенные разрешительные документы. Но я надеюсь, что мы в ближайшие месяцы все это получим. И надеюсь, что в этом году мы и сделаем именно мост, который соединит два берега Малаховского озера. И мы замкнем, то есть будет такое круговое движение, круговые прогулки. Благоустройство территории вокруг Малаховского озера стартовало в конце 2019 года. Большая работа, проделанная за это время, кардинально преобразила зону отдыха. Масштабная реконструкция парка завершится в этом году. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.